Всем привет! Напишите в комментарии, стоит ли снимать видео на психологические конкретные темы, потому что канал мой больше о Турции. Естественно, больше просмотров набирают видео популярные о турках, о менталитете, о стране и о историях, которые в отношениях связаны с психологией, да, когда я разбираю. Но частные видео о психологии конкретно без Турции, я так смотрю, что они вас мало интересуют, просто просмотров минимум. Но видео эти очень крайне полезны, да, когда ты их слушаешь, то что-то в своей жизни можешь изменить, что-то, блин, по-другому посмотреть. Я понимаю, что это хорошее, правильное, да, что-то полезное дело я делаю, снимая такие видео. Но я понимаю при этом такой выхлоп от них маленький. Как вы считаете, стоит ли снимать подобные видео на чисто психологические темы, разборы какие-то более углубленных моментов, которые у вас в жизни могут встречаться, или не нужно это делать? Но, судя по просмотрам, я понимаю, что, походу, не нужно это делать. Смотрите, сегодня мы поговорим о синдроме отличника. Хочу поговорить именно о причинах. К сожалению, у недолюбленных, скажем так, людей этот синдром отличника. Знаете, два варианта есть. В основном два варианта. Это либо ты со своими проблемами пойдешь как антагонист, ты будешь синдромом отличника добиваться успеха, стараться быть лучше. Или второй вариант, наоборот, впадешь в такое депрессивное, вялое состояние, тебе всю жизнь ты будешь неудачником, добиваться ничего не будешь. А если и будешь, то ты будешь себя не любить, низкая самооценка, и ты будешь в этом копаться, ты всегда будешь собой недоволен. Но причины у этого поведения, казалось бы, абсолютно разного, абсолютно одни и те же причины. Сегодня мы поговорим, в частности, о синдроме отличника. Что такое синдром отличника? Да, это когда, например, мне всегда нужно быть самым лучшим, мне нужно достижения какие-то, да, в жизни, что-то завоевывать, дети хорошо учатся. А синдром отличника, то есть когда ребенок не может лечь спать, если у него не собрана сумка завтра в школу, у него все педантично, там не разложена одежда, не подготовлена. Если ребенок получил 4, а не 5, он плачет, страдает, а тройка-двойка – это просто трагедия. И, к сожалению, в тяжелых случаях, но это уже о расстройствах определенных психических, знаете, есть такие истории, я думаю, вы слышали, когда дети, естественно, при давлении родителей своих, чему я и веду, да, есть дети, которые при получении плохих оценок вот этим в кубе возвышенным синдромом отличника, который воспевают родители, накладывают на себя руки и могут закончить жизнь самосуицидом, если они плохую оценку получили, не знаю, экзамен не сдали и так далее. В жизни потом, да, вроде бы казалось, эти люди очень многого могут достигать, они хорошим своим трудом, учебой, трудоспособностью, они получают хорошее образование, знания, стараются, трудятся, не отдыхают и достигают карьеры, то есть им пахать вот как лошадь всю жизнь нормально, и они от этого кайфуют. Почему у человека вот этот синдром быть лучше всех? Это автоматическое, бессознательное поднятие своей самооценки, считать себя хорошим за что-то, потому что в детстве его, безусловно, без условий не любили. Любовь родителей приходилось добиваться, чем им хорошей учебой, поступками и так далее. То есть у ребенка базовая низкая самооценка, которую создают родители, закладывают, да, критикуя, сравнивая, там причин может быть миллион, требованиями своими. И чтобы быть хорошим, чтобы меня родители не отвергли, чтобы меня продолжали любить, я каждый раз должен делать что-то лучше, что-то выше, какой-то шаг, достижение должно быть лучше и выше. Потому что скатиться назад – это получить неодобрение, сравнение и нелюбовь родителей. И у него, у такого ребенка, у человека в этом будущем убеждение. Меня любят только за одно условие, что я лучше всех остальных и других. И добиваясь всего этого, ребенок как бы вообще это всю жизнь борьба за любовь и одобрение родных, близких, окружающих. Это вообще потом переходит из семьи на все сферы деятельности. И человек настолько себя на самом деле не любит и не ценит, несмотря на все свои достижения, такой человек, как может быть, он еще и невротиком, он всегда может быть недоволен своими достижениями, которые на уровне других, казалось бы, классные, да? Эти люди в жизни очень успешные, они очень многого могут добиваться. Вам пример будет Илон Маск, вот такого уровня, да? Люди, которые создали крутой бизнес, они очень богатые. Но, к сожалению, они никогда не могут остановиться, им страшно остановиться. Я все потеряю.
или мне страшно остановиться, мне нужно достигать больше и больше, если я тормознусь, меня люди перестанут любить. И вот, казалось бы, или артисты какие-то знаменитые, но артисты немножко другая история, связанная с нарциссизмом больше, но все равно есть такие люди, да, кто в бизнес, это обычно с деньгами связано, достижениями финансовыми в большей степени, в большей мере, либо там открытие чего-то и так далее. В общем, я на голову выше всех остальных, но мне страшно остановиться. Если я остановлюсь, меня никто любить не будет. И вот, казалось бы, мировая любовь, признание общественности, люди могут поклоняться, а этот человек этого не видит, не ощущает, для него это не важно. Потому что у него базово до сих пор критика или не любовь своих родителей. На самом деле все это достижения, он всю жизнь борется за признание и любовь самых важных людей в своей жизни, своих родителей. Поговорим о причинах. Причины, к сожалению, закладываются в семье. Это дети, оставленные своими родителями, да, на попечение бабушек, дедушек и так далее, которые систематически получают сравнение, занижающее самооценку с другими детьми. Либо, в принципе, родители могут свою тревожность, недовольство собой на своих детей перекладывают, как правило. Это жесткие могут быть отношения в семье, когда родители очень требуют от детей. Как правило, это родители свои комплексы замещают и боятся того, что я в жизни неудачник, вот теперь на ребенке, скажем так, замещаются, делают успешного человека. И у них условия, вот ты будешь хорошим, будешь хорошо учиться, примерно себя вести, там, не знаю, подавлять свои негативные эмоции, не будешь плакать и так далее, я тебя буду любить. И ребенок вот в этих, скажем так, скобах определенных, условиях, рамках, в стенах этих живет с этим всю жизнь, вот так с детства воспитывают, вот такие у него условия, у него формируется вот это его поведение и его характер, отношения. То есть это тот ребенок, которого родители любят за что-то, за определенные условия. А знаете, нам всем хочется любви и тепла. Самое правильное воспитание для детей, когда их любят просто за то, что они есть на свете. Когда родители любят, целуют просто за то, что ты есть. Потому что, по сути, ребенок — это подарок. Не все могут иметь детей, не у всех есть на это здоровье. Ну, кто-то говорит, подарок Божий, кто во что верит, да? Но, казалось бы, ну, что такого там, забеременеть и родить не так тяжело. Но в силу экологии, социальных моментов, психологических, не все могут иметь детей далеко, и это не так просто и легко сделать. Многие годами к этому идут. Вот я к тому, что ребенок — это определенная заслуга родителей, что он появился на свет. И вы должны его любить, быть благодарны за то, что он выбрал, скажем так, вашу семью или у вас появился вообще. Это ваша заслуга, но это не говорит о том, что вы должны также с него какой-то спрос, муштру держать в семье, да, жестко к ребенку относиться. В общем, причины такие, да, вы, я думаю, уже поняли, что это дети, которым не хватает любви, которые, по сути, если в общем брать, за свою любовь родительскую, чтобы родители их любили, они боролись, они достигали каких-то высот. Только тогда при отмечании, выделении из других детей в семье или там при сравнении с соседями, одноклассниками и так далее, в садике детьми, а им приходилось выделяться достижениями. Но когда человек уже всю жизнь так живет с детства, он просто не может остановиться. И самое ужасное, что когда у него появляется возможность остановиться, он, во-первых, по-другому не умеет. Во-вторых, у него очень высокий уровень тревожности может быть, который может привести к депрессии. А как так остановиться? Я же буду переживать, значит, меня не любят. Это уже определенный, знаете, тремор в руках, глазки бегают, чу-чу-как. А как жить вообще? От этого очень сильно люди начинают становиться уязвимыми, незащищенными. И они, может быть, не в бизнесе, а в какую-то другую сферу переходят, и опять начинают то же самое. Синдром отличника. Хорошо учится, работа успешная, все супер. Но это, скажем так, тревожный, не любящий себя человек, который очень сильно переживает, зависим от мнения окружающих, что о нем думают, любят его или нет, который всю жизнь в погоне за достижениями любви, внимания близких и любимых людей. А вы с таким человеком рядом жили? Я имею в виду в партнерских отношениях, муж, жена ваша, вот если такой. Вам с ним комфортно жить? Это человек, который не тратит времени на семью, не замечает, как растут его дети, он занят своей обработкой своего синдрома отличника и успеха. Он весь там. Он свою жизнь по факту качественно не проживает. Он всегда в гонке и в погоне за улучшением себя, чтобы базово он не чувствует любви. Как родителю, да, если у вас есть ребенок, или вы, например, сами с синдромом отличника, помочь своему ребенку, чтобы он не был таким.
или если у вас есть супруг или супруга, партнер ваш, который вот такой, как помочь ему снять вот эту тревожность? Главная задача ваша – снять тревожность. Тревожность о чем? О том, что меня не любят. Или о том, что меня любят только за какие-то достижения. Если это партнер ваш, например, муж, да, то есть если я буду получать меньше, или там жена вот, например, хочет, часто в семьях такие моменты бывают, жена, я должен содержать семью, я должен добиваться успеха, у меня такой там бизнес или карьера есть, да, то есть у меня определенный уровень уже потребностей, я уже остановиться не могу, если я тормознусь, или я буду получать меньше, жена будет недовольна, она перестанет меня любить. А жена ему говорит: мы классно живем, я тебе благодарна, дружок, ну давай, ты детей не видишь, в семье не бываешь, ты постоянно на работе, или работа с тобой домой возвращается, ты не отдыхаешь, или ты уже физически не вывозишь это, ты не отдыхаешь, то есть что-то скоро, ну там, не знаю, заболеешь, плохое с тобой произойдет. А человек не может остановиться. Чтобы главная задача, как родителя, так и партнера, снимать тревожность, давать человеку понять, что вы его любите без денег, без работы, без его заслуг. Что вы любите своего ребенка просто за то, что он есть на этом свете. Как это делать? Элементарно, просто. Но это должно быть регулярно, это должно быть схемой вашего поведения. Не раз-два сказал и жду результата, а каждый день. Всю свою жизнь рядом с этим человеком. Во-первых, это тактильное, обязательно. Ребенка лишний раз поцеловать, обнять, прижать к себе. Муж пришел с работы, обязательно обнять. Найти время там не в телефонах вечером сидеть или перед телевизором. Даже если смотрите телевизор вместе, подсядьте поближе, положите голову на плечо или обнимите человека или его. В общем, тактильная связь. Объятия, поцелую. Не обязательно, например, у взрослого человека может спрашивать, как у тебя дела, как у тебя дела. Это может его раздражать, у него могут быть проблемы, да? Но у ребенка желательно спрашивать, все ли у тебя в порядке, как я могу тебе помочь. Если у тебя проблемы, ну это больше детям, да, относится, которыми я могу тебе помочь разобраться, нужна ли тебе моя помощь, предлагайте помощь свою как родитель. Но не прям, конечно, дергайте каждый день, это может тоже и ребенка раздражать, и определенную тревожность носить, но все равно интересуйтесь, тебе нужна помощь, поддержка. Ребенок и ваш партнер должен знать, что в любую неудачу он может к вам прийти, и вы будете у него опорой, вы его примете любым, и даже с его любым поражением. И это дает самое главное защиту. И отступает страх допустить ошибку, оступиться. И если, потому что у таких людей с синдромом отличника, у них в голове такое, что если я оступлюсь, от меня отвернутся. Я не могу допустить ошибку, я держу себя в ежовых рукавицах. Чтобы этого не было, вы всегда показываете человеку своими действиями, словами, что вы в любой ситуации будете рядом. Вы его не бросите и примите его абсолютно любым. Ну, мало того, что вы это говорите, вы это всегда на деле должны показывать. В плане детей, например, если у тебя там конфликт где-то, то есть ребенка публично вы никогда не ругаете, не сравниваете с другими и не говорите даже в шуточной форме что-то подобного. Он для вас идеальный, вы его любите просто за то, что он и существует, он выбрал вас и родился у вас. Несмотря на то, что это ваша заслуга, да, ваша работа, вы его на свет производили. Но все равно... Вы можете где-то там поругать, пожурить дома у себя. Но при этом, когда вы ругаете ребенка, объясняйте причины, почему. К сожалению, очень много родителей, блин, на процентов 90, орут, кричат, показывают свои негативные эмоции, вызванные причинами там, поведения ребенка. Но самих причин, как правило, не разбирают, не называют. И просто ребенок знает, у меня проблема. Я к маме с папой не пойду, они будут орать, кричать. Они мне не объяснят, что я такого плохого сделал, за что они на меня на самом-то деле кричат и так далее. А как правило, больше процент криков, нервов взрослых, на самом деле, это их слабость, и просто они устали, а не причина там в ребенке каким-то образом. В общем, вы должны быть просто поддержкой для такого человека, и показывать ему, что вы его любите. Больше тактильно целовать, обнимать. Если у вас такой партнер, супруг или супруга, вы, скажем так, отчасти должны возместить в плане любви, воздать ему то, чего он никогда не получал от своих родителей. Будьте для него, скажем так, в кавычках образно этими родителями. Любите так его, как его бы любила его мама. Но не надо быть мамой в отношениях, да, разграничим. Это тоже ненормальный перекос.
Просто будьте вот этим надежным, сердечным человеком для него. А ощущение вот этой безопасности, тот тыл, куда он может прийти с любой проблемой. Потому что вот этим своим синдромом отличника человек за этим гонится всю жизнь. Но он не знает, куда ткнуться, где это найти. И, к сожалению, как правило, такие люди сами такой тыл давать не могут. Потому что их с детства этому не научили. Могут такие люди давать тыл, но это маленький процент, защищать кого-то, да, вот этой поддержкой для других быть. Потому что им этого очень сильно не хватало. Они, знаете, как в противовес с детства, с плохого опыта, они стараются быть такими. Но у самих у них вот этого чувства для себя, они чувствуют все равно себя незащищенными. Вот такая история. Напишите, было ли полезным такое видео. Если считаете, что да, ставьте лайк. Я всегда под видео в инфобоксе оставляю свою почту. Вы можете прислать анонимные истории для видео, чтобы я здесь их разбирала, или записаться ко мне на психологические консультации. Спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь на канал. Скоро увидимся. Всем пока.